Окажи мне услугу. Ударь меня посильнее. Зачем? Ты же не знаешь себя, если ни разу не дрался. Стоп, назад. Начнем пораньше. Позвольте рассказать вам кое-что про Тайлера Дердена. Вы хотите, чтобы я отложил все дела, пока вы не дадите указания к ним вернуться? Займись этими вопросами. Я мучился бессонницей. Нет, от бессонницы не умираю. Я листал каталоги, задаваясь вопросом, какой сервис может служить характеристикой моей личности? Если можно проснуться в таком месте, где идет другой отсчет времени, нельзя ли проснуться другим человеком? Мыло. Я произвожу и продаю мыло. Так появился он. Тайлер Дерден. Давай, пока я не струсил. Зараза! Двинул мне в ухо! Это крутилось на языке у каждого. Теперь я? А мы лишь нашли этому имя. Добро пожаловать в бойцовский клуб. Первое правило клуба. Ух ты! Да. Не упоминать нигде о бойцовском клубе. Кровь твоя? И моя тут есть. После боя мы чувствовали, что обрели спасение. Ты не дашь мне спать всю ночь. Но она испортила все. Телевидение внушило нам веру в то, что все мы станем миллионерами, звездами кино и рок-н-ролла. Все вранье. У него был план. Вполне осмысленный, если смотреть на все глазами Тайлера. Вот вам задание на эту неделю. Вы идите на улицу? И затейте драку с незнакомцем. Да так, чтобы вас в ней одолели. Больно. Ты хотел изменить свою жизнь. Твои желания воплощены. Я не допущу этого. Это уже есть. Замолк. Что за мерзкую дикую игру ты затеял? О, боже, твое лицо. Дети. Этого я не хочу. Ты хватил лишку. В конце скажешь спасибо. Вау! Вау! С кем бы ты подрался из знаменитых? С Шетнером. Я бы с Вильямом Шетнером.